работать сегодня. Эти очень хорошо изолируют звук, что под шумом. Отопли 10 ватт у меня есть. 30 ватт, но очень сильно смердит. И не 60, а это 10 ватт. Не так смердеть, будет не так дымить, наверное. Мешок большой на разные вещи. Это проверить от дыма всякого, например, при паянии или при клейке пистолетом клеевым. Тоже есть раз попробовать, какие самые лучшие дыма защищают. Еще можно на улице на велосипеде попробовать. Если много дыма, много выхлопных газов. Тачки купил. Написано, что от ультравиолета защищает на 99%. Не знаю, ли это правда или нет. Но я думаю, что мониторы, вероятно, излучают ультравиолет и еще может кое-что. Поэтому я от мониторов их, в частности, купил эти очки. И еще мне, когда паяю, бывает в глаза этот дым идет, это уже потом неприятно. Глаза щипит тоже от дыма, что было. Нички. Тарелочки. Тут ничего не написано, что от ультравиолета, но может все равно немножко хоть защищает. Хоть от чего-то, хоть немножко защищает. Каких-то лучей может быть. Они должны ее дыма тоже защищать. Это где-то евро с чем-то стоил, этот где-то 3 евро стоил. Это тоже около 3 евро. Это евро 80, что-то такое. Это евро 80 тоже, кажется, или 50. И вот еще пистолет. Вот. Наушники 2,99, пистолет 165, ой, 1,65 €, очки одни 3,99, даже 4 € вот эти стоят. Маска какая-то 1,19, вот это на 1,19, это тоже. Там мешочек 10 центов. Другая маска тоже 1,11. И первая 1,11. Потом этот респиратор 2,13. По сути, я понял, это то же самое. Мешочек 240 литров, 5 единиц, 1,19, смотрите. Потом очки 1,69, вот эти. И клеевые палочки 1,39.
наушники достаточно хорошо изолируют звук. Если какой-нибудь шум, их можно надеть, тогда более не так будут мешаться основные шумы.